Добрый день, друзья! Это видео о том, как сэкономить на покупке Xiaomi Redmi 4 Pro $31 и заплатить вместо $148 $116,7 по курсу на 20 января 2016 года, это 6964 рубля. Итак, поехали! Сейчас все расскажу. Экономить нам поможет кэшбэк-сервис EPN Cashback. Если вы еще не зарегистрировались, вперед! Процесс регистрации очень простой. Вы указываете свою почту, придумываете пароль, и на этом все. После этого приходит вам письмо в почту, в котором просит вас подтвердить регистрацию. О всех прелестях EPN Cashback я буду рассказывать по ходу видео. Итак, после регистрации заходим в личный кабинет и вводим промокоды. Стандартный процент возврата 7%, но нам необходимо получить больше. Поэтому мы заходим в раздел промокоды и вводим промокод, который нам позволит получать определенное время 10,5%. Видим, да, что этот код активный, его можно активировать. Нажимаем на кнопку «Активировать». Все, написано, код успешно активирован. Чтобы проверить, опять идем в промокоды и убеждаемся, что этот промокод активный и действует 7 дней. То есть за 7 дней нужно успеть купить наш телефон. Все действующие промокоды будут под видео. Возвратимся к нашему телефону. Как видите, у меня стоит цена в долларах, то есть счет будет приходить в долларах. Это еще одна хитрость, которая позволит нам немножко сэкономить. Сейчас я вам расскажу почему. Если цена стоит в рублях, то мы переплачиваем за конвертацию. То есть на AliExpress есть курс валют свой. И он немного больше, чем курс ЦБ на день продажи. Поэтому в рублях цена будет немного дороже. Давайте посмотрим, выберем валюту рубль. Выбираем валюту рубли, нажимаем сохранить и видим, что цена в рублях 9151. Теперь посмотрим, сколько я заплачу, если буду платить в долларах. Умножаем 148 на курс доллара в тот момент, когда я заказывал, и получаем 8831 рубль. Это на 320 рублей меньше, чем если платить по счету в рублях. Но очень важно иметь карточку без конвертации. Например, кукуруза, карточка от Евросети, позволяет платить без конвертации. Технологии, по которой мы сэкономим $31, называется двойной кэшбэк. И действует она только на AliExpress. Давайте начнем с первого кэшбэка. В AliExpress есть так называемые подарочные сертификаты. По сути, это пополнение баланса, с помощью которого можно покупать товары. Подарочные сертификаты бывают разного номинала. Нам же нужно купить сертификат на 100 и на $50. Для того, чтобы кэшбэк-сервис нам вернул 10,5% за сертификаты, нам необходимо скопировать ссылку на товар, ну, в частности, на сертификаты, и вставить ее на главной странице кэшбэк-сервиса. Здесь есть окошко «Ссылка на товар». Вставляем сюда ссылку и нажимаем «Купить с кэшбэком». Открывается новое окно, и мы видим проверка ссылки, где написано, что кэшбэк возможен 10,5%. Нажимаем «Перейти к покупке». Все. Теперь мы можем нажать «Купить сейчас» и начать оплату этого сертификата. Платить можно разными способами, но, как я говорил, я платил картой кукуруза, так как там нету конвертации валют. Нажимаем «Подтвердить», вводим данные карточки, приходит смс-ка, вводим ее. Все, платеж прошел. Идем в свой личный кабинет на кэшбэк-сервисе.
открываем статистику и видим, что начислено 10,5 долларов. Вот, и теперь нужно подождать несколько минут, и эти 10,5 долларов можно будет сразу вывести на карту. Одно из преимуществ EPN Cashback заключается в том, что деньги можно выводить сразу, вот, например, за сертификаты. Вот, видите, через 5 минут денежки появились, можно сразу их выводить и покупать новый сертификат номиналом 50 долларов. Процедура точно такая же. Копируем ссылку сертификата. Вставляем ее на главную страницу кэшбэк-сервиса. Нажимаем «Купить с кэшбэком». Открывается проверка ссылки. Нажимаем «Продолжить», «Перейти к покупке». Ну вот, купили мы сертификат на 50 долларов, теперь переходим в статистику в своем личном кабинете на EPN Cashback и видим, что кэшбэк прошел и нам начислено 5 долларов 25 центов. Через 5 минут они будут уже доступны к выводу. Ну вот, через 5 минут денежки уже можно вывести себе на карту. То есть, о чем я говорил, преимущество EPN, можно сразу деньги выводить, те, которые мы потратили на сертификаты. Второй кэшбэк нам дадут за покупку самого товара, но получить кэшбэк мы сможем только тогда, когда получим товар и подтвердим получение. Делаем все те же действия, копируем ссылку на товар, вставляем ее на главную страницу EPN кэшбэка. Нажимаем «Купить с кэшбэком», проверяем, удостоверяемся, что кэшбэк работает, нажимаем «Купить». Нажимаем «Купить». Открывается окошко, и мы здесь видим, стоит галочка «Использовать сертификат», и сумма 147,99. Мы купили сертификатов на 150 долларов, вот, остаток останется на нашем счету, то есть можно будет потом их использовать. Они никуда не пропадут. И видим, что общая сумма 0 долларов, так как мы оплатим сертификатами. Нажимаем «Подтвердить» и «Оплатить». Все. Оплата прошла успешно. Идем опять на EPN кэшбэк. В раздел «Статистика», чтобы удостовериться, что за телефон начислен второй кэшбэк. Видим, да, что второй кэшбэк в размере 15 долларов 53 цента начислен. Вот. Его мы сможем вывести, когда к нам придет телефон, и мы подтвердим, что получили этот телефон. Давайте займемся теперь самым интересным. Посчитаем, сколько получился наш телефон и сколько мы сэкономили. Сейчас я сложу весь кэшбэк и посмотрим, какая сумма кэшбэка получилась. 31 доллар 28 центов мы сэкономили. Итак, сам телефон вышел у нас 116 долларов 71 цент. Ну, а теперь нетрудно посчитать, сколько это будет в рублях. А курс на 20 января 2017 года 59,67.
Общая сумма получилась 6964 рубля. Все промокоды я оставлю под видео. Задавайте вопросы, всегда отвечу. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще очень много интересного видео. До новых встреч, до свидания.